Доброе утро всем. Черепахи проснулись, но еще не завтракали. Пойдемте в теплицу. У меня, конечно, есть чем вас удивить. Утром раскрылся Ацтекиум Валдезии тремя шикарными цветами. Капельки росы на тифрокактусах все еще закрыто, очень рано, но есть несколько приятных экземпляров, которые расцвели с самого утра и ждут. Расцвел эхинопсис гибридный, Одиссеус. Маленькие, небольшие. Но два. Очень давно он у меня в моей коллекции. И вот такой небольшой шарик. Эхинопсис паханой продолжает цветение. Он отвернулся от нас. Наверное, обиделся. Ну и еще один гибрид с красивым телом. Посмотрите, названия нет, какие-то номера, черточки, даты. Большой цветок на длинной трубке, вот такой вот. Ну что ж, друзья, немножко показала вам утреннего цветения моих кактусов. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо, что вы со мной. До свидания.